три года вы ни в чем не врете, три года это у вас не должен быть. На биографии начинаем, поехали. Сейчас 2011 год. Да. Вы согласны с выводами суда? Нет. Известно ли вам абсолютно точно имя того, кто поджигал КамАЗ в тот день? Нет. Вы очень прямолинейный человек? Нет. Известно ли вам абсолютно точно имя того, кто стрелял людей с того КамАЗа? Нет. Вас обвиняют в убийстве людей с того КамАЗа? Да. Вы бы могли своевременно скрыться отсюда? Да. В тот день вы совершали хотя бы один выстрел по людям? Нет. Среди всех этих вопросов есть такой, на который вы намеренно солгали? Нет.